Если вы состоите в Фейсбуке, в группе или ВКонтакте, в группе ICF Россия, ICF Russia Chapter, вы, наверное, уже много видели и видеороликов от коллег, и просто постов о ценностях сертификации, о том, почему так важно быть сертифицированным. Кроме того, вы, наверное, общаетесь вживую с коллегами, естественно, я в этом уверена, с сертифицированными коллегами. И вы знаете, в чем преимущество сертификации? Раз вы здесь, я думаю, что не стоит долго говорить о том, какие преимущества дает сертификация. Но самое главное вы видите на слайде. Для меня, если кратко, сертификация – это у меня уровень ACC в данный момент, это только начало пути. Для меня сертификация, цель получения сертификации – это прежде всего мой способ продемонстрировать клиентам мои профессиональные компетенции. Что я не сама себе надумала, что я какой-то там определенного уровня коуч, а у меня есть официальные, причем признанные во всем мире доказательства, что я что-то из себя представляю как коуч. Ну, это если кратко, если лично про меня. Зачем мне сертификация?